В Махачкале состоялась презентация книги «Дагестанская театральная режиссура». Автор Гулизар Султанова, известный искусствовед, более 40 лет проработавший в Дагестанском научном центре Российской академии наук. Выпустив около 10 изданий, посвященных театру, она впервые рассказывает о работе режиссеров. Издание представляет собой собрание из воспоминаний и архивных документов о творчестве известных театральных режиссеров в республике разных лет. Помимо этого, книга включает подробную историю становления крупных театров Дагестана. Я надеюсь, что книга принесет пользу и театрам, и студентам, которые учатся на актерском факультете, узнают о том, кто создавал театральное искусство Дагестана, кто какое направление взял, как работает и какие сегодня есть интересные режиссерские работы в наших театрах.